телеканалы наконец-то нам добавили снег. Вы посмотрите, как это круто. Господи, там Лимба на заднем плане уже в снегу весь ходит. Это просто божественно. Также в этом обновлении, блин, обновление сегодня прям обширное. Добавили теннисийцев. Сразу тупо долбанули новых лошадей. Мы сегодня обязательно пойдем одну из них купим, посмотрим мою анимацию, оценим эту лошадку. Но я думаю, она мне сегодня понравится. Также весь этот праздник, зимняя деревушка, продлится аж до 11 января. Внимание, 11-го! То есть это месяц, это больше месяца, и это круто. Добавили кучу заданий, кучу каких-то финтифлюшек, которые мы сегодня, ребята, с вами будем проходить на стриме в 18:00 по московскому времени. Буду вас всех с нетерпением ждать. И никакой нет музыки, какая была, такая осталась. Слушайте просто, как лошадка ходит. Она по снегу. Она провалилась в снег. Она в снег провалилась. Девки. Ну-ка, тихо, ну-ка, СМР. Ребята, господи, сколько снега! Девки, я не могу! Офигеть, это можно... Господи, ну ладно, она, подожди, запоминается след или нет? Запоминается? Нет, на какой-то определенный, видите, этап она запоминается, но... Блин! Как это круто! Ну-ка, стоп, дай я слезу, подожди. Ребята, я не знаю, это так круто! Офигенно! Господи, боже! Вот тут Лимба у меня. Лимба, ты у меня сальвей, это будет жизнь на видео нахрен. Да, посмотрите. Она говорит, сядь на готландца. Вот смотрите, готландец вообще проваливается. Это просто, девки! Это офигенно просто! Я не знаю, у меня слов нет, как это круто. А ты дорожки, да, получается? Да, и мы как по снегу скачем. Все, отправляемся в зимнюю деревушку. Ну все, давай. И давай в зимнюю деревушку. Давай. Удиви меня. Давай. Ну давай. Давай, я готов покупать теннисийцев. Так, здесь нам предлагают выполнить задания. Мы их, ребятки, выполним потом. Мы их выполним на стриме, потому что это будет очень долго, нудно и неинтересно. Где мои теннисийцы? Подождите. Ну, деревушка у нас... Вообще не изменилось. Вообще не изменилось. Здесь шкаф, здесь куча народа в шкафу. Сразу говорю, что под елкой, да, будут валяться подарки. Я предлагаю их открыть сегодня на стриме. Временные лошади у нас стоят вот здесь. Магические лошади, скорее всего, ребятушки мои дорогие, появятся чуть-чуть попозже, которые единорог и снежный исланд. А тут пока что у нас старые лошадки. Кто хотел купить вот этих арабов, ну, стоит их купить, они прямо офигенские, ну, их много кто покупает. В общем, значит, у нас тут две масти. Вот они, теннисийцы. Так, стоп, а тут две всего масти, а где еще? Ладно, неважно, нам без разницы, где еще масти, потому что с помощью вот этой прекрасной функции мы можем посмотреть абсолютно все масти. Я не знаю, кстати, где все масти остальные, ну, не суть. Важно, добавили все-таки мою самую любимую масть. Посмотрите, какой он красивый. Боже, ты не сись, девки. Давайте посмотрим, какие масти. Вот этот на любителя, хотя он мне, вот, допустим, нравится. Вот это вообще, наверное, все будут брать, потому что офигенская масть. Вот это тоже очень красивый прям. А это корова на любителя. Хотя, знаете, очень красивая корова. Вот прям красивая. Ворон, вот такой красивый ворон. Ворон, кстати, классный у него, смотрите, полополоска на нос идет. Вообще угарный ворон. Ну вот эта масть вообще не знаю, кто ее будет покупать. Ну это прям совсем-совсем на любителя прям. Кто хочет, берите. Заметьте, здесь нет гнедого. Вообще нет гнедого, вообще нет гнедого. Есть яблочко, есть вот это красивое яблочко. Давайте мы его сегодня с вами купим. Я даже не буду раздумывать, ничего тут балаболить про эту лошадь. А это будет жеребец, знаете, это будет, нет, ну это будет взрослый жеребец. Мальчик, купить лошадь. Покупаем. Боже, какой ты классный, я не могу, ты такой хороший. Господи, у него глазки голубые, это просто мега-масть, ничего не знаю. Давайте сейчас поедем, давайте ее просто голую масть посмотрим, давайте в деревушке посмотрим. Так, вот он наш теннисиец, так, у меня запись идет, да, все, шикарно, отлично. Так, давайте скроем здесь игроков, быстренько сейчас скроем. Давайте сейчас откроем ворота и скроем игроков. Игроков мы скроем.
Надеюсь, соклубники мои сюда не попрутся. Ну, либо, я думаю, шарит. Смотрим анимацию. Ну, давайте. Обычно анимация у теннисницы мне сильно понравилась. Она достаточно красивая. Давайте, кстати, сегодня по-другому начнем. Давайте начнем с дыбов. Давайте просто на дыбы встанем. А, он еще и вперед подходит. Смотрите. Ну, дыбы какие были в спойлер, такие остались. Ну, нет, как он голову запрокидывает, это, в принципе, оригинальные дыбы. Конечно, не очень грациозные и красивые, но все же я не говорю, что это говно. Нет, это прикольно и это оригинально. Так, что я еще могу? Назад походить. Ой, назад, как красиво ходишь. Это, знаете, такая худенькая, маленькая, стройненькая лошадка. Вот это прям элегантная лошадка. Мне прям она сильно нравится. Так, шаг. Анимация вообще, когда в спойлерах показывали, она была очень хорошей, но она и сейчас очень-очень плавная. Хотя нет, копыта вот, ну вот копытцы, посмотрите, как он резко их, резко, что-то резко, ну ладно, окей. Чё по рыси, хорошо, ты присаживаешься. Хвост красивый, ну что-то как-то непонятно с хвостом, ну нет, прикольный хвост, кстати, он что-то болтается, как колбаска, ну пойдет, ладно. Давай манеж. Головой так мотает, ладно, окей, наверное, это надо так, хорошо, это не стрёмно смотрится, это сделано хорошо, как она головой мотает, прическа, ой, посмотрите, как прическа развивается, нет, прическа от причесон на высшем, а он переходит на, подожди, нет, он не переходит, как бельгиец, ну и ладно, давай побыстрее, подожди, нет, побыстрее, вот, побыстрее. Да ладно, как все бегаешь, ну как все, ребят, ну как все, ну и самый быстрый. Круть, класс, башкой мотает. Круть, класс, хвост вообще что-то не пойму. Хвост красивый, на самом-то деле, мне хвост нравится. Он какой-то такой, знаете, то ли пушистый, то ли не знаю. А вот смотрите, грива, она красиво очень развивается, мне прям нравится. Я не скажу, что вау, хотя задние ноги, ну... Ну нет, у него просто ноги худые. Он, видите, у него ноги высокие, получается, он... Что, он получается... А, нет, он низкий, нет, теннисист, по-моему, низкий. Ой, не знаю даже, ой, не знаю. Ну, что-то среднее, знаете, такое среднее между... Между чем? Даже между чем не скажу. Просто что-то среднее, понимаете? Не вау, и среднее. Не знаю, ребят, лошадь красивая, да. Билл Гейтс, что-то наподобие Билл Гейтса. Может быть, чуть-чуть получше будет. Давай тормоза, посмотрим, тормоза твои. Ладно, окей, обычные тормоза. Хорошо, ничем пока не удивляет, но обычные тормоза, видите? Да, они проработаны лучше, чем, допустим, у того же Квотерхорса или Пентхорса. Ну, а Пентхорс будет получше, немножечко, ну, чуть-чуть получше, но не знаю. Прыжочек, давай, покажи мне, что ты умеешь. Прыжок. Хорошо, обычный прыжок. Как у Билл Гейтса. На Билл Гейтса сильно похож. Ух ты, как прыгаешь. Долгий прыжок такой, он прям в воздух, знаете, запрыгивает. Как-то он прыгает так странно, он в воздух запрыгивает. Хорошо, давайте на манежке прыгнем, на манежке немножко по-другому прыгают, так. Нет, не, на манежке прыгни. Да, так головой так мотает. Ладно, окей. Особая анимация, по-моему, есть у теннисницы, ну-ка. Да, есть вот эта особая анимация, это на shift, если что, чтобы вы знали, не на пробел. Алан пойдет с пивом. Ну, пиво наливать, я не знаю, ребят. Ну, сказать прям вау, и тут орать, распинаться перед вами. И не вижу смысла, потому что не заслужила эта лошадь этого, потому что не удивила. По крайней мере, меня не удивило. То есть, нет, мне нравятся у него дыбы, конечно. Дыбы прям оригинально, но все остальное, как у обычных лошадей. Короче, я просто отнесу эту лошадь к разряду обычные лошади. И не более. То есть у этой лошади особо анимация есть, да, она прикольная, но... А даже тёльт у Исланда будет получше, ну согласитесь. Короче, товарищи, тут вообще прям не знаю. Ребят, вот теннисист сильно похож на Билл Гейтса. Стоит он 950 старкоинцев, да, поймите. Я сейчас ее не обсираю. Анимация мне нравится. Анимация плавная, красивая, приятная. Нежели у Билл Гейтса. Но лошади обе одинаковые. Особая анимация у него не вау, согласитесь. Поэтому просто говорю, что хорошо подумайте, прежде чем купить эту лошадь. За 950 старкоинцев. Да. Потому что на прошлые новые года нам добавляли исландов, тинкеров. Ну,
Да, там было немножко поинтереснее. Я не обсираю эту лошадь. Просто подумайте, прежде чем ее купить. Здесь у нас, наверное, продаются какие-то животные. Ну да, тут пингвины всякие, эти все собаки. Но это вообще с прошлого года еще, боже мой, это до сих пор продают. Ну, это кому вот надо, вот кому... Я просто уже пятый Новый год встречаю, поэтому меня это сильно не интересует. Значит, добавят нам новые стили. Не забывайте об этом. Уже, кстати, добавили. А, вот этот стиль, который мне не сильно запер. Хотя он вроде мне запер, а вроде и не запер. Я жду еще другие стили. Ребята, буду вас сегодня всех ждать на стриме, потому что нам еще много чего сегодня стоит посмотреть. Видео это вставлять не буду, потому что видео больше посвящено теннисицу. Про теннисицу я уже сказала свое мнение. Там еще добавили новую одежку, но мы я тоже сегодня, ребятки, на стриме посмотрим. Поскачем по снегу. Обязательно порисуем то, что я обещала. Да, вы помните, что я обещала, правильно? Помните, полюбасу помните. А на мне буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Великий Канал. Пиши в комментариях. Понравился тебе теннисиц? Ну, мне что-то как-то вот 50-50 тем. Пока-пока!